Здесь нету ходу пароходу. Здесь яма большая. Вон там объезд очень нехороший тоже. Люди сделали какой-то объезд, то он плохой. У нас тут места. Ого. Лисички. Хорошо. Все в одном месте почти что. Но они у дороги, у лесной у этой. Я их и брать не буду, ладно. Мне и так хватает уже грибов. Такая вот лесная дорога. Идем к машине уже. И вот что мы нашли. Не мы, а я. Я нашла. Посмотри, что. Чудо природы, но оно червивое, скорее всего, это чудо. Ну, что поделать? Какое есть? Разберись, пожалуйста. Ладно, сейчас мы посмотрим. Опа. Ай, ничего. Ай, ничего. А смотри. Ой, хороший. Берем. Хоть порадуемся дома. О. Меня бегом-бегом на озеро. А я тут нечаянно в этом месте нашла, а я хочу дальше в лес проехать. И я знаю место, где они растут. А здесь они у нас не попадались никогда. Здесь мы чернику собирали. Здесь народ бегает. А вот Маугли вон там, он еще. Вон. Корзинка у нас такая. Ну что, ты давай его режь. Сейчас буду режь. И скажешь мне, как он там на... Я его сейчас вытащу сначала. На внешний вид. Чего? Ну, хороший, ладно, все, не буду видео загромождать. Берем, а там разберемся. Все, какая красота. Ну, что ты поделаешь, а? Смотри-ка ты. А этот еще лучше. Наверное, самый вкусный, потому что ему макушку всю отъели. Почти что. Но надо его посмотреть все-таки, потому что, ну, что они поели, а мы доедим. Большой сыроежкой. Я думаю, что мне с ней тоже не повезло, не повезет. А я думаю, что она тоже червивая может быть. И вот лисичку я нашла. Все в одном месте, и мы уходим. Уезжаем, наверное, отсюда. Ой-ой-ой, какой красивый. Этот самый лучший, это король. Гриб-король. Все, давай короля забираем и уходим. Забирай короля скорей. У меня даже ножика нету. Смотри, какой король. Во, а там старый один, совсем испорченный. А этот вон король. Ой. Ты видишь, какой король? Вижу. Ты у меня тоже король. Да. А я королева. А я королева. Да, ты меня королева. Королева. Ой. Анжели королева. Моя королева. Да. Как ж ям ее называет. Ваше Величество, моя королева. А сам зараза такая. Еще тот. Жулик. Какие грибочки. Супер, да? Приходится не королем заканчивать, не на короле, а на сыроежке. Раз она мне уже попалась. Нет, мне еще один король попался. Вот он. На короле и закончим. Посмотри, как здорово. Поехали отсюда. Как-то я поеду, если у меня... Если у меня такой гриб. Ой, какой гриб. Посмотри. Ура! Я увидела, но я не знаю, что это такое. Это, наверное, ложный. Ложный подберезовик. Желчный гриб. Маховичок. И то хорошо. Отлично. После тех боровиков это тоже хорошо. И чистенькие. Без единого пятнышка. Но если напополам разрежу, может быть, вон там точки какие-то. Может быть, и кто-нибудь там появился, поселился. Да. Такой вот он. Ой, господи, это не пантерный, наверное. Это какой-то мухомор поганковидный, может быть. Я не знаю, их много всяких мухоморов. Но я знаю только красные мухоморы и жемчужные. Все. Вот такой вот его братик старший. Мы заканчиваем. Все. Хотелось бы мне проехать дальше, но там трудная дорога. Туда я не попадаю сегодня. Поедем и на озеро поплаваем. Вот и все. На этом мы заканчиваем. Ой, смотри, дерево. Задний ход. Слева деревья. Угу. Партроник у тебя хорошо показан. Ну что ж. Мы уезжаем. Всем пока-пока. И до встречи. А я бы еще здесь осталась. Но нет времени. В нашем месте здесь никого нету. Классно. Ну вообще на бережку там люди... Перекусывают, шашлычки там жарят.
Озеро огромное. Очень красиво сейчас. Солнце было одной точкой светило. Так интересно. Прекрасно.